Так, ну, время вроде как подошло к старту. Давайте пока быстренько проверим, слушали меня тем, кто есть тут с нами. Напишите, пожалуйста. А то у меня периодически бывают Слышно? проблемы. Супер. Тогда я еще могу вот так сделать. А можно быстрый вопрос по ДЗ такой? Давай. Там вот сказано вывести 1 миллион записей, а принципиально, что там первая строка это не запись, а вот эти вот названия колонок. Совершенно верно. Название колонок нужно убрать и без ее учета вывести 1 миллион первых записей. Там даже с большой вероятностью не совсем корректный ответ получится, если последнюю строчку потерять. Понял. Ну да, Да. что-то я вот... А при этом можно каким-то MP-файл создавать? Просто я никакого адекватного способа убрать первую строчку через баш-команду не нашел, кроме как сохранить в отдельный Так, файлик. смотри, мы прямо на прошлом семинаре показывали, что можно заюзать tail, условно говоря, взять у нее Ну, параметр n. tail-n плюс 2, да. Но там при этом pipe тогда ломается. А в смысле, что пишет в конце? Broken pipe или что? Да-да-да, ну, все работает, но пишет broken pipe. Так, broken pipe происходит, потому что тоже обсуждали, там возникает такая проблема, что у тебя вот поток данных, они все, а ты какой-то дальше команды, только какую-то часть считываешь, и у тебя, короче, этот дескриптор на чтение закрылся, а он еще пишет. И поэтому ничего страшного в этом нет. Ну, то есть, это сообщение о том, что, короче, ты не весь поток данных прочитал, но его, как бы, в твоем случае не нужно было, поэтому все А, окей. окей, спасибо. Да. Но мы сегодня тоже увидим, как это выглядит. Там есть варианты, что с этим можно сделать. Так, ну ладно, давайте еще одну минутку посидим. Да, стартанем. Нам еще главное, чтобы запись плюс-минус нормально получилась, потому что с большей вероятностью будут это все смотреть. А при этом нужно, чтобы это максимально оптимальным образом работало. То есть там какие-то доли секунды. То есть кажется, что буду бы сначала быстрее отрезать колонку, а потом считать, вводить хэд. Или на, да, не, наоборот. То есть проще сначала взять хэд, а потом резать, там, катом выбирать первую колонку. Это прям решает или без разницы? Ну, с точки зрения баш-команд, мне кажется, это не супер критично будет. Они там все плюс-минус одинаково в этой истории будут работать. Ну, кажется, наверное, первым делом какую-нибудь команду на отрезание колонок применить, а потом дальше с этим что-то делать. Ну, то есть, как бы, ну... Может сначала сделать кат, а потом хэд, а может сначала хэд, потом кат. Как будто бы сначала делать хэд, потом кат быстрее, потому что мы меньшее количество колонок будем выбирать первую. Ну, короче, там это не сильно решает. Я думаю, что нет. С такой заморочкой можно не мучиться. Ну, то есть, короче, выбери удобный способ порядка команд, и нормально будет. Тут главное, да, не забудь хэд отрезать, потому что он тоже может отсортироваться, или наоборот, ваш команду поломать, потому что там, где у тебя будет число, он отсортировать не сможет и скажет какая-то фигня. Да, ну ладно, какое-то время уже подождали. Пу-пу-пум, давайте стартанем. Сейчас опять кнопка трансляции экрана спряталась. А, вот. Окей, все, мы начали шеринг экрана. Собственно говоря, так сказать, снова обсудим быстро, что было в прошлых сериях. Вот я в рамках своей папочки поднял нужный нам набор ресурсов. Как раз перед семинаром все проверил, все работает. Что у меня здесь есть? Прокси-тачка. И можно заметить, что я поднял на некотором большем количестве нод наш кластер, то есть, условно говоря, у меня будет одна мастер-нода и три дата-нод. Сделано это было за тем, чтобы более визуально показать, как, короче, будет выглядеть распределенная обработка данных, ну, трансформация, агрегация, все остальное, про которое мы как раз сегодня поговорим. Потому что, ну, условно говоря, если бы у меня компьютер-нода была бы одна, было бы менее заметно то, что происходит. Вот, если мы сюда залезем. Под кластера. Ну да, вот он говорит, мастер-нода и 3 дата-ноды. Вот в таком составе, в принципе, сегодня и стартуем. На лекциях, причем уже достаточно давно, кажется, на первой, второй точно, Леша рассказывал про MapReduce и в целом, что это там, типа, определенная парадигма обработки данных. Вот, в целом, грубо говоря, это такая теоретическая справка того, как это работает, но при этом мы можем еще и сказать, что MapReduce – это одна из составляющих Hadoop, то есть там, опять же, на лекциях говорилось, что Hadoop это в целом, условно говоря, такая система, которая состоит из трех компонентов. Это распределенная система хранения файлов HDFS, потом некоторый ресурс-менеджер YARN, аббревиатура которого как-то переводится, но я не очень помню, это все можно загуглить. Условно говоря, эта штука, она вот как раз мониторит
ресурсы вашего кластера, что куда ушло, что кому сколько дать, и вот это все. Вот, и третье, это как раз некоторый движок сборки, обработки данных, по которому вы что-то гоняете, это MapReduce. Вместо него, в принципе, там мы дальше будем рассматривать Spark, это, в принципе, тоже можно интерпретировать как движок обработки данных, более сложный, и всякое такое. Вот, собственно говоря, да, начнем с того, что скачаем какой-то файлик по curl. Это какие-то кусочки корпусов твитов, поэтому там могут всякие прикольные штуки вылезать, но, в принципе, мы будем просто работать с тем текстом, который там есть. Вот. Визуально на файлик посмотрим, там куча всякого мусора, какое-то количество колонок, видно, что их дофига, как раз вот это все первый, это хедер, и дальше какие-то значения. Да, совершенно верно, и это нас за ресурсы негатяйшего. Ну, короче, как в свое время там Google Yahoo придумали, так это все и обозвали. Да. Поговорим о том, что, условно говоря, мы, короче, в рамках там какой-то одной задачи будем разбирать сегодняшние примеры. Это у нас будет, прошу прощения, верткаунт. Условно говоря, вот у нас есть какой-то вкладной файл, у него есть третья колоночка content. Вот здесь на примере видно, да, ну, по сути дела, текст твита. Вот, что хотим сделать? Хотим посчитать в том корпусе, который мы выкачали, ну, количество всех файлов. Ну, верткаунт, короче, по каждому слову. Вот, первым делом не будем сильно заморачиваться, да, можем придумать быстренько какой-то питомский скрипт и достаточно наивный алгоритм. Мы берем counter из коллекшенов, который буквально у нас будет работать как продвинутый словарь, мы туда слова складываем, счетчики получаем, все круто. Регулярочку, которая нам говорит о том, что, ну, условно говоря, слова, которые мы будем вытаскивать, это будет диапазон каких-то набор слов из букв английского алфавита от А до Z, и все остальное будет отбраковываться. Вот, просто открываем входной файлик ksv, который у нас есть на вход, берем по ней delimiter, запятая, потому что он здесь запятая, и дальше считываем. Да, вот здесь берем колонку с индексом 2, это как раз потому, что 0.1.2, наша контент, и погнали ее, да, там, через регулярку прогонять, вытаскивать и накидывать счетчики. Вот, как бы мы используем каунтер, потом по-умному, мы, так сказать, можем сразу выделить топ-10, на который мы хотим посмотреть через most common, и тупо его запринтить, собственно говоря. Как результат работы. Сейчас он отбежит. Да, что-то выдал, вот за 5 секунд отработал. Ну и понятное дело, что составляющие ссылки короткой на твиты, ну, условно говоря, короче, когда внутри твита на кого-то ссылаются, там прям в контенте ссылка стоит, и поэтому вот такой результат вполне себе ожидаем. Ну и там всякие ее составляющие, короче. Вот, что важно заметить, да, мы что-то типа за 5 секунд обработали файл объемом в 90 мегабайт. То есть, простая математика подсказывает, если у нас будет просто набор, вот, условно говоря, данные набором в 1 терабайт, это что-то типа в 10 тысяч раз больше, ну, плюс-минус, то получается, грубо говоря, 1 терабайт таким скриптом мы будем обрабатывать 50 тысяч секунд. Ну, можно посчитать, это достаточно много времени. Вот, и даже проблема больше не в этом, а в том, что здесь как бы самый важный момент, мы, по сути дела, вот, когда юзаем, да, вот этот open через файл, то мы вот здесь, ну это ладно, open, когда мы ksv-шку открываем, мы ее всю грузим в оперативу. И если файл будет очень большой, больше, чем оперативу, то все это умрет и не отработает. Вот, и проблема в том, что нужно как-то придумывать, как эту задачу выполнять на большом входном потоке данных. Поэтому второй пример, сразу рассмотрим, как работает MapReduce, да. Здесь вот говорится как раз про то, что десятки терабайт за сутки обработаются, и, в принципе, как бы подводим мысль о том, что мы на самом деле уже имеем представление о том, как работает MapReduce, потому что мы разбирали башовые команды и какие-то скрипты на питоне, просто нам нужно правильно взаимодействовать с тем набором команд, которые в MapReduce существуют, чтобы получать хороший результат. То есть, на самом деле, вот задачу MapReduce можно интерпретировать как какой-то входной поток данных, какая-то мап-составляющая, сортировка по ключам через использование хэшей и reuse таска в MapReduce парадигме. Вот. Про сорт все сломалось. Супер. Про сорт я в большинстве случаев уверен, что Леша достаточно подробно на лекции рассказал, как он работает, в чем там прикол, короче, сортировки этих ключей по хэшам, что там есть, так сказать, сортировки в несколько итераций, когда мы сначала сортируем там какой-нибудь локальный бакет, условно говоря, какой-то кусочек обработанных данных, а потом все это в глобальную сортировку уже предотсортированное отправляем или еще что-нибудь такое мутим, и получаем, ну, различные оптимизации либо по времени работы, либо по ресурсозатратности. Но, короче, вот эта вот шафл составляющая, она обычно самая время затратная, потому что нужно, короче, да, вот это все хорошо выполнить. Вот. А мы, как люди, которым нужно какую-то задачу придумать, решить, в нашем случае это верткаунт, нам нужно придумать, какой мап написать и какой редюс.
Вот, и, собственно говоря, теоретический текст, этот справка, он все про это. Что тут нужно четко понимать, что составляющая map это какая-то функция, которая из одного элемента на входе, она его как-то фильтрует, сплит, что-то с ним делает и проставляет ему некоторый первичный ключ. Вот, происходит уже сортировка по тому ключу, который мы на уровне мапы зададим. Мы можем его как-то параметризировать, сделать его сложным, взять какую-то конкретную колонку. В нашем случае, по идее, мы хотим, чтобы у нас все сортировалось по словам. Ну, то есть, потому что как будет работать задача, да? Мы разобьем, короче, условно говоря, к каждому слову, которое получим на вход, мы поставим значение 1. Потом на уровне сортировки у нас произойдет сортировка по этим словам, и в ревью задачи мы их схлопнем. То есть, по сути дела, чем-то похожим на Unique будем заниматься. Потому что команда Unique, она как раз умеет читать какие-то статистики, а потом уже оттуда подумаем, как достать топ, который нам нужен. Вот, а подробнее, да, про операцию Reduce тут сказано, что она как раз агрегация элементов по ключу. И типа, чтобы это сделать, да, нам нужно какую-то предсортировку совершить. Вот, и, собственно говоря, две эти составляющих нам нужно как-то реализовать. Мы сначала TQDM подтянем, но это я уже сделал. Вот, и по сути дела, самый главный прикол, что в принципе, так сказать, MapReduce составляющие, мы можем себе позволить написать тоже скриптово на Python. И чтобы, условно говоря, пользоваться тем языком программирования, который мы достаточно хорошо к данному моменту знаем. Вот, соберем некоторый питоновский файлик, отдельно соберем как бы маппер и редюсер функцию. Вот, собственно говоря, что мы положим в map составляющую? Здесь будет как раз обработка регуляркой поданного текста на вход. Здесь мы подключаемся буквально к входному потоку данных через stdin, и считывая как раз вот редлайном по каждой строчке. Условно говоря, да, вот через... Забирая по каждой строке, ставя нужный индекс, мы будем забирать как раз вот этот наше поле контент и уже с ним дальше здесь работать через регулярку, вытаскивать эти значения, которые мы там найдем, вот какое-то слово. И ну, условно говоря, как раз собирать на выход в том формате данные, которые мы хотим, чтобы дальше они пошафлились и передались редюсерам. То есть, условно говоря, из каждой строчки мы вытаскиваем слова, которые вписываются в регулярку, и вот поставляем им ключ единица. При этом параметр разделителя мы используем конкретно слэш-т. Вот, тут как бы, условно говоря, главное использовать какой-то определенный разделитель, по которому мы дальше будем парсить данные. Потому что когда мы данные на вход в редюсер получаем, мы также считываем входящий поток. Да, тут еще такой момент, что, в принципе, в stdout мы просто через print передаем, потому что, в принципе, он не пишет в stdout. В принципе, ну, никакой заморочки с этим нет. На редюсере мы также перехватываем входящий поток, делаем сплит по слэш-т, тем самым получаем пару слов и его число. Вот, приводим в эту переменную, пу-пу-пум, и, в принципе, условно говоря, занимаемся тем же самым. То есть перехватываем входящий поток, производим короче, вытаскивание каждого встречающегося слова и его единичного ключа. И, условно говоря, вот здесь вот у вас как раз логика, которая заложена в if-else, мы позволяем себе схлопнуть повторяющиеся ключи. То есть пока, условно говоря, следующее считанное слово такое же, как и предыдущее, мы просто счетчик повышаем, а потом, когда слово поменялось, мы для себя это интерпретируем так, что все, одно и то же слово считаться закончилось, мы его принтим, мы погнали снова переменной работать. Вот. Наш alias на вызов функции, мы накидываем, так сказать, некоторый аргумент командной строки, что если там на вход рядом со скриптом лежит map, то мы врубаем маппер, а если reduce, то редюсер. Ну, условно говоря, это сделано для того, чтобы у нас как бы весь код и маппера редюсера был в одном файлике написан, просто мы к нужным составляющим обращались. Вот, и, собственно говоря, здесь еще сказано, что важно удалить голову таблицы. Это, в принципе, можно сделать как раз через команду set, это replacer, который мы на прошлом семинаре показывали. Просто здесь мы ему говорим, что нам нужно, так сказать, там, строчку 1 удалить. И все, мы это сделали, перезаписали файл. Когда хэт вызовем, все, уже никакого заголовка нет, все, мы прекрасно. Вот, собственно говоря, здесь мы сначала собранный нами скрипт вызываем также в рамках bash команд, то есть пока никакой MapReduce магии не происходит, по сути дела мы просто проверяем, как у нас отработает питоновский скрипт на нашем мастерноде, вот на этой конкретной машине. Собственно говоря, да, здесь сообщаем, нужно alias map, сами, так сказать, эмулируем вот этот вот формат сортировки, который в MapReduce происходит, указав, как бы, ну, что мы производим сортировку по первой колонке, там у нас слово. И просто вызовем там head, чтобы посмотреть, условно говоря, просто на какую-то часть данных, потому что просто проверяем работоспособность функции.
Все супер, видим, да, что сортировка случилась, и у нас и так далее пошло. Вот, собственно говоря, вылезает right error, потому что сортировка, когда она произвелась, она еще пытается дальше дескриптор, вот этот, который ей передали, что-то писать, но хэт уже читать закончил, ему больше не надо. И вот такая штука происходит. В принципе, ничего страшного, как бы, окей, оно так завершается. Вот, здесь мы, так сказать, нашу консольную команду уже усложняем. Что мы пишем? Также создаем поток входных данных, накидываем TQDM с ключом total. Это чтобы у нас сейчас прогресс-бар просто здесь в консоли появился, еще и обновляем, и все было тип-топ. Вот, и, собственно говоря, даем ему некоторую переменную, условно говоря, TQDM, ему как бы нужен максимальный каунт, по которому прогресс-бар будет строить. Поэтому эта команда, она у нас просто количество строк подсчитает, как бы как максимальное количество. Вот, дальше мы снова подтягиваем наш скрипт с ключом mapa, та же самая сортировка, и уже здесь вызываем reduce функцию после сортировки и говорим, что весь результат сложился в txt файл. Ну, погнали. Вот, видим, да, 243 тысячи строк, как они обрабатываются и как это все так обновляется. Все, с этим разобрались. Супер и ништяк. Вот видно, да, что у нас, так сказать, мы, по сути дела, как раз произвели операцию ужатия каждого уникального ключа и до его каунта. Причем они у нас вот в каком-то таком некотором лексикографическом порядке отсортированы, потому что там пустой символ должен идти раньше конкретного, и поэтому вот идет такое ААА и так далее. Как бы, опять же, важно обратить внимание, что все эти данные, они существуют в чьих-то твитах в том корпусе, который мы скачали. Вот такие слова туда люди пишут. Вот, и, собственно говоря, мы пока выполнили только часть задачи, потому что дальше нам нужно построить топ-10. И, собственно говоря, тут стоит вопрос, ну, дальше в том, что нам нужно сделать. По сути дела, вся магия в том, что мы на самом деле вот эту уже MapReduce задачу составили и решили ее, и теперь мы можем полученный результат использовать как входной поток данных, следующий набор мапперов-редюсеров, который нам позволит решить уже вот продолжение этой задачи, получить некоторые топ-10. Собственно говоря, нужный код, он реализован как раз вот в этом скрипте. Что здесь происходит? Мы также реализуем маппер, который берет из входного потока, считывает данные, сплитит по слэш-т, но при этом, так сказать, формирует вот такой усложненный ключ. То есть, что происходит? Мы к значению сначала, да, сначала ставим значение ключа, условно говоря, вот этого слова, и потом поставляем некоторое значение. И вот через знак плюс и ставим слэш-т. Вот, есть такая необходимость, короче, так сделать. Собственно говоря, зачем это будет дальше объяснено, почему? Потому что... Ну, вопрос резонный. Сейчас подумаю насчет того, что есть ли там еще чужие плюсы. Да, ненадежно, согласен в этом плане. Ну, можно там что-нибудь другое придумать. Обычно... Там еще такой момент, что какие-то символы, короче, они могут экранироваться в твитах, и тогда, по идее, мы их можем, в принципе, спокойно использовать. Ну да, тут верно замечание, что может быть какой-то внутри плюс, и тогда это что-то поломает. Вот, можно какую-то предобработку на это написать. Ну да, как у нас, короче, да, пример, который что-то быстро показывает, мы пока об этом умолчим. Но да, такая проблемка может быть. Вот, короче, условно говоря, составили некоторый сложный ключ, и дальше пишем редюсер, который также у нас получается стдн на вход, делает сплит по слэш-т, значит, у него будет вот эта составляющая плюс ничего. Дальше он уже делает сплит по плюсу и делает вот такую манипуляцию, да, выводит, так сказать, слово и каунт, и мы получаем некоторый топ-10. Также аргумент для того, чтобы вывести маппер или редюсер. И, собственно говоря, посмотрим на то, что у нас здесь чем отличается. Также TQDM, входной поток. При этом вот здесь вот наши сортировки, мы уже говорим, что мы делаем, так сказать, некоторый транкейт по плюсу тех данных, которые у нас есть. И вот основная манипуляция, которая отличается, это уже работа, да, что мы здесь сначала берем колонку с цифрами, она просто вторая идет, и говорим, что интерпретируем их как числа, сортируем по убыванию, а потом уже по словам, если где-то встретился одинаковый каунт, то хотим, чтобы у нас слова в том же порядке, короче, все время отсортировались. Вот, давайте эту штуку вызовем, она тоже как-то обработается. Все, и получили топ-10. Если быстренько отлетим в начало, то да, те же самые такое HTTPS, те же самые числа. Вот, собственно говоря, таким подходом задачу решили. Вот, получили какой-то такой результат.
Ну, то есть мы как бы написали маппер редюсер, но при этом все запускали в баш-командах на основной машине, пока ничем распределенным не пользовались. Просто проверяли работоспособность наших написанных функций. Вот, а теперь, так сказать, перейдем действительно к большому набору данных. Мы вызовем наш curl, который будет скачивать данные. Чем мы там говорим? Мы скачиваем уже какие-то, ну, не один файлик из этого корпуса твитов, а там первые 13. Собственно говоря, про это, да, вот нам сейчас будет писаться сюда лог. Мы пока подождем. Потенциальная идея по плюсу могу такую предложить. Если мы хотим, короче, какой-то использовать символ и предполагаем, что он у нас есть в наших данных, то на уровне маппера вот здесь у нас есть возможность, когда мы key-value получаем, их предобработать. То есть, по сути дела, экранирование так и работает. Когда какой-то символ встречается, чаще всего это ampersand, его заменяет некоторый устоявшийся набор символов, который подразумевает тоже его, но при этом как бы вот их набор, он так устроен, что, короче, он не помешает дальнейшему использованию. То есть мы заменяем плюс внутри наших данных, там key, скорее всего, потому что value просто число, на набор каких-то символов, и потом уже можем вот здесь сделать обратную задачу, да, чтобы проверять. Если во входном слове вот эта подстрока есть, то это значит, мы так плюс заменили, и все должно работать. Вот, что-то такое. Ну, как вариант, то, что первый приходит в голову, там нужно, конечно, посмотреть, что это будет работать. Но в целом, кажется, в каких-то домашках по ML такое даже имело место быть, что там нужно было экранировать какие-то символы. Иначе ломался парсинг. Так, ну хорошо, давайте пока файлики скачиваются, что мы дальше делаем? Мы как раз по каждому из них проходимся и также отрезаем заголовки. Вот. И, собственно говоря, перезаписываем эти файлы через команду set. Как бы ничего криминального. Вот, а дальше мы уже попытаемся работать с нашей распределенной файловой системой. Вот здесь мы обращаемся через консольную команду htfsdfs. Сначала посмотрим там, что у нас есть на корне, а потом создадим, так сказать, в наших метаданных определенную иерархию папок, куда будем загружать наши данные. Да, еще можно обратить внимание, что как бы каждый файлик есть около 90 мегабайт, и простая математика подсказывает, что сейчас у нас будет таких 13 штук. И это значит, что где-то будет на целый гигабайт данных, так сказать, процесс нашей обработки. Вот, вы, в принципе, при большом желании можете попытаться открыть все эти файлики там вместе в какую-нибудь. Ну, хотя, ну, опять же, до такого момента, что они как отдельные составляющие, их открыть можно будет, конечно. Но при большом желании, как бы, можете попытаться их запихнуть в просто питоновский скрипт, который написан в самом начале, и посмотреть, за сколько оно времени там отработает. Вот. И, условно говоря, позамерять с дальнейшим пайплайном, работу, которую мы рассмотрим. Так, все еще бежит. Давайте так быстро пока дальше по ходу исполнения строчек спустимся. В общем, основной момент, что когда мы работаем с какими-то командами HDFS, мы просто указываем нужный префикс для понимания того, что мы обращаемся именно к этой системе распределенных данных, а все остальные команды внутри по ключам, они очень сильно похожи на те обычные консольные команды, которые мы используем. Да, здесь мы папку удалили, если она есть, пересоздали. Вот, чтобы какие-то файлы положить, мы используем команду put, указываем маску для файлов и куда мы их закидываем. Вот они все по этому пути лягут. Вот. И, собственно говоря, вот здесь вот по ссылке как бы на Apache, то, что там есть. Вот, да, все эти команды, которые, ну, их большой спектр, есть даже тот же самый ls, да, все mkdir. Короче, так сказать, знаете линуксовые команды, в принципе, понимаете, что, как работает и с HDFS. Просто возможно, какой-то набор ключей, он будет чем-то отличаться или как-то. Там еще дополнительно что-то нужно будет прописывать, условно говоря. Вот такие моменты. Так, она пока все еще грузит. Ништяк, оставьте последний файл. Что-то буквально час назад все было прогружалось сильно быстрее. Ну, в общем, ладно. А, все, последний файлик мелкий. Окей, супер. Так, подформатируем. Быстренько поотрезаем хеды. Быстренько вызовем HDFS. Посмотрим, какие у нас там сейчас файловая система от корня идет.
супер вызвали, да, Hadoop систему tempo-user. Но мутим в юзер нужную систему папочек. Вот, да, она удалилась, потому что уже у меня была. Значит, она теперь все стала пустой и пересоздалась. Все супер. Теперь запустим команду, которая весь мой корпус файликов, которые вот буквально лежат тут. То есть, условно говоря, фишка этой команды, да, что она вот берет локальный файл и складывает их туда в HDFS-ку. Вот, и можно теперь даже сейчас быстро посмотреть. Да, вот супер, они здесь уже как-то лежат. Вот эти 13 штук. Вот, дальше мы сейчас посмотрим немножко, как у нас выглядит некоторый балансер. Условно говоря, это разговор о том, что, смотрите, у нас сейчас есть в этой системе мастер-нода и три машины. И мы хотим посмотреть, как у нас какая-то информация, которая нам скажет о том, как эти файлы раскидались между машинами. Вот, так сказать, тут балансер. Ну, условно говоря, балансер – это как раз тот, та команда внутри HDFS-системы, которая нам позволяет как-то перешафлить те данные, которые у нас есть. Вот, чтобы посмотреть текущее состояние, как у нас что расположено, мы просто вызываем DFS-админ и репорт. Что происходит? Вот он пишет какую-то информацию про мастер-ноду, типа там, какой ее объем, сколько на ней данных используется. Видно, что достаточно маленький, мало, что-то там лежит. Вот. Ну, это всякие там программули и прочие, которые уже целый гиг занимают. И, собственно говоря, вот, Live Data Node 3. И действительно, 3 дата ноды все сходится. То есть, как бы, вот он актуальную информацию про них показывает. Говорит, что типа вот какой-то объем данных здесь 275 мегабайт, 383 и 477. Видим, что немного неравномерно расположены наши данные. Это к разговору о том, что мы, в принципе, можем на это повлиять. Как бы, я не знаю, я верю, что Алекса тоже рассказывалась, что перекосы между хранениями данных могут быть, и к чему это может быть приводить, там, скорее всего, показывалось. То есть, если у нас большая часть данных будет на одной датаноде лежать, то тогда, так сказать, по этому их общему соединению будет вот этот перенос трафика с одной ноды на другую, чтобы там что-то обработать на другой машине. Если на ней данные понадобятся, то, условно говоря, придется большой кусок данных перебрасывать. И когда мы все равномерно распределим, то, по идее, все должно быть лучше. Вот, мы вызовем наш снова балансер с параметром threshold, он что-то поделает, но... Короче, он, в принципе, заявляет, что, в принципе, все и так плюс-минус нормально лежит, потому что никаких он изменений не производит. Вот, и окей. Ну, в общем, вот такой набор команд, которые могут как-то повлиять на то, что когда у вас файлы более большие будут, вы можете как-то на этот объем... Давайте, кстати, посмотрим. 274, 383. Ну да, он, короче, ничего решил не менять. Ну окей, ладно, возможно, надо будет со стейкхолдером побаловаться, что-то поменять. Давайте больше к самим определю задачам перейдем. Проверяем, что вот питомовские скрипты, две штуки, которые мы написали, они с нами. Все, они, причем, заметьте, лежат у нас локально. И мы сейчас будем именно так к ним и обращаться. Вот, самая основная штука, которую мы хотим использовать, это специально уже собранный jar. Это, короче, написанный код на Java, скомпилированный, которым мы будем пользоваться. И именно Hadoop Streaming нам будет нужен для того, чтобы мы сейчас, так сказать, с ним взаимодействовали, для того, чтобы в этот движок, в ту всю парадигму, которая уже написана, вложить наши файлики, чтобы мы получили нужную обработку. Вот, тут, скорее всего, этой командой, да, мы проверяли, что где он, короче, по какому пути лежит. И вот, да, есть определенный файлик. Собственно говоря, вот дальше консольная команда, которую она действительно будет вызывать нашу MapReduce таску, как она выглядит. Мы, условно говоря, короче, результат, вот один из основных моментов, короче, результат какой-то вот такой операции, он должен складываться в такую папку, которая не существует, поэтому первым делом мы удаляем, собственно говоря, определенной командой эту папку. Это сделано для того, что, ну, условно говоря, вы можете где-то что-то не так сделать, и если бы была возможность, короче, класть уже какие-то результаты в созданные папки, то бы они с большой вероятностью перезаписывались, еще бы как-то ломались, и, в общем говоря, было, ну, как бы вот, было принято с точки зрения этого процесса такое решение, что, короче, результат какой-то задачи вы должны складывать в папку, ну, как бы, которая там еще не существует. Папка, она как бы будет создаваться как результат работы этой программы. Дальше мы обращаемся к нашему ресурс-менеджеру, которому говорим, что хотим использовать jar-пакет с Hadoop-стримингом. И дальше уже начинается некоторый набор параметров. Вот MapReduce job name. Мы здесь ей задаем определенный параметр нашего, так сказать, процесса. Мы чуть позже увидим, где это, как оно, что выглядит. Вот. Задаем определенное количество редюсеров. Их будет у нас 3. Вот. Тут тоже немножко про это стоит добавить, что, условно говоря, так сказать,
мапперов их под задачу набирается такое количество, вот сколько у нас будет входных блоков данных. То есть, условно говоря, вот у нас будет набор с 13 файлов, он бьется на какие-то физические блоки, которые там где-то записаны в нашей системе. И вот, условно говоря, то количество, которых образовалось, вот столько будет мапперов. То есть каждый маппер обработает свой какой-то кусочек данных и уже дальше их отправит на шафл, чтобы они как-то между собой поссорились. А редюсеры для своих нужд мы, в принципе, можем задавать сами. Если мы этому процессу не подскажем, то он просто сам какое-то количество выберет, но нам нужно три, чтобы дальше посмотреть на некоторые моменты работы. Вот, здесь дальше мы в параметре файлов указываем все физические файлы, какие-то скрипты и прочее, которые у нас лежат локально, которые нам понадобятся, потому что, по сути дела, каждый этот питоновский скрипт, он будет раскидан на эти датаноды, на которых вот будут производиться эти запуски через питон, который там уже установлен, вашего скрипта с определенным параметром map или use. Вот, дальше мы указываем входную папку tweets data. Тут основная магия в том, что если мы просто укажем какую-то директорию, то MapReduce задача определить, что все файлы, которые в этой директории находятся, это все входные данные, все поток входных данных на обработку. И указываем нашу output папку, которую мы заранее удалили, значит, ее не существует. Вот, собственно говоря, эта команда вызвана. И delete tweets, пишет длиннющий скрипт, пишет, что здесь какая-то была установлена джаба, дает определенный айтишник application, какую-то ссылку и погнал на исполнение. Вот, собственно говоря, вся приколюха в том, что у нас есть целая UI-ка, которая нам может подсказать, как эта штука выглядит. Мы заходим в DataProts кластеры. Вот описание нашего кластера есть снизу UI Proxy. Нам нужен YARN Resource Manager. Это буквально... Ну, здесь будет уже специально пропроцессный порт. И вот UI-ка, в которой мы что-то запускаем. Так, хорошо, какой идейный вопрос? Давай, задавай. Почему HDFS, DFS, а не Hadoop FS? Ну, не знаю, я, ну, тут как бы, тут просто в зависимости от того, какой ты из компилированных джарников будешь использовать. И как бы мое предположение, что, может быть, они внутри каким-то набором команды отличаются, на самом деле. Я По-моему, ну, это одно нет. и то же. Может быть, это даже Элисы, да, я тут не уверен, но скажем так, я юзаю HDFS DFS, потому что он по буквам короче, и я его просто когда-то начал использовать, и поэтому вызываю его. Ну, то есть, предпочтительно просто мой выбор. Ничего такого. Там как бы и джарники тоже могут быть разные собраны. Типа там каких-то рабочих процессов тебе могут сказать, вот мы там с таким пакетом работаем. Ты такой, все, окей. То есть, так же, как у Spark. Он тоже какой-то сабмит джарник собран, которым все, ну, когда его из консоли вызывают. Вот, поэтому тут просто чисто идейный вопрос, на самом деле. Ничего такого. Вот, короче, смотрите, это некоторый админский UI-интерфейс, в котором мы можем наблюдать за нашими процессами. Когда мы будем работать со Spark, нам это понадобится еще сильно больше, но про MapReduce здесь он не очень информативен, но его надо разобрать. Собственно говоря, name, который мы задавали, он здесь. User у нас Ubuntu на мастерноде, поэтому здесь он прописывается MapReduce задача, и в ней что-то выполнялось. Вот здесь, да, еще такой момент, что сам по себе вот этот интерфейс не особо обновляется, и чтобы актуальный статус получать, нам нужно обновлять страницу, потому что так вот было реализовано. Но есть вроде бы как всякие UI-интерфейсы более современные, в которых, да, там что-то онлайн должно происходить. Вот, я прожал ссылку на history вот здесь, чтобы мы провалились в... Господи, как же мне Яндекс хочет помочь? В некоторый интерфейс. То есть, что мы здесь можем пронаблюдать? Здесь говорится как раз, что вот было здесь вызвано 37 map-тасок, они были выполнены, и 3 редюсера. Собственно говоря, сколько мы и написали. Вот, ничего не зафейлилось, ничего не закилялось, все успешно отработало, успешно отработало. Где-то пу-пу-пум. А, ну тайминг мы, в принципе, да, вот здесь вызвали Magic командой, что-то типа за минуту и 16 секунд. Собственно говоря, вот за такое время мы обработали эти 13 файлов. Сейчас время отнимать не будем, но что можно будет сделать дома? Можно будет сделать дома, запустить на все 13 файлов изначально питоновский скрипт и через Magic Time в Юпитере замерить, за сколько обработается в ту же задачу, условно говоря, вот когда мы именно произведем сжимание наших слов до каких-то каунтов, потому что пока мы задачу саму топ-10 не выполнили. Так, в UI мы посмотрели, теперь мы посмотрим в папку Result. Мы там обратим внимание на то, что у нас получилось три конечных файла. Во-первых, у нас присутствует метка success, она пустая, в ней ничего нет, это, так сказать, в целом. Условно говоря, метка завершения процесса. То есть, когда у вас в какой-то папке, которую вы укажете, будет какой-то процесс бежать, вы можете тоже вызвать эту команду ls, и там будет, скорее всего, статус temporary стоять. Это буквально будет другой файл, но с другой меткой. Это означает, что мы все закончили, получили три физических файла. Собственно говоря,
файла именно 3, потому что мы вызвали 3 редюсера. То есть, условно говоря, результат работы редюсера – это вывод в какой-то out в конечный файл. И как бы у каждого из них свой конечный файл, потому что, ну, так сказать, выводящие потоки данных не очень по себе сами по себе пересекаются, поэтому мы получили такой результат. Вот, и на него можно очень даже спокойно посмотреть, потому что у HDFS есть своя CAD-команда, и мы просто спокойно вызываем консольный CAD и смотрим. Собственно говоря, вот получилось такое и так далее. Вот, тут, наверное, основной вопрос, почему так получилось, что у нас самым первым оказался идущий именно просто 2А. То есть кажется визуально, что мы где-то потеряли слово А, которого тоже очень много. Куда оно могло деться? Это скорее вопрос к вам. Может быть, вы какую-нибудь мысль предложите на эту тему. Можно еще раз вопрос? Ну, условно говоря, смотри, мы когда выше сортили. Нет, это где-то происходило. Сейчас, значит, еще выше. Да, вот здесь у нас, видишь, так сказать, когда мы получали результат сжимания слов до каунтов, у нас было просто А. Вот, причем, а сейчас получается так, что как будто мы его где-то потеряли. Вот. Здесь у нас, ну, мы же вроде бы как тоже в каком-то порядке отсортировали по ключу, только 2А осталось. Я могу предположить, что это была русская А. Ну, короче, ладно, на самом деле нет. Давайте тоже на этом останавливаться не будем, я проговорю. Мы на самом деле, когда вот такую маску вызываем, мы, по сути дела, смотрим в наш первый физический файл. Вот. Если более детально к этому подходить, мы его вызвали. И, собственно говоря, нам отсюда хэт и выводится. Вот. И все, что это означает, что, скорее всего, наш ключ А, единственное, просто находится в каком-то другом файле. У нас есть три варианта, где оно может быть. Не здесь. Ну, значит, все становится очевидным. Вот. Собственно говоря, просто основной момент в том, что как бы хэш так устроен от всех этих ключей, что они просто разлетелись по разным редюсерам и в разных редюсерах сагрегировались. И на самом деле просто вот наш ключ А, единственное слово, оно было в другом редюсере обрабатывалось и насчиталось что-то типа 407 тысяч раз. Ну, прилично. Вот, собственно говоря, теперь мы запустим вторую задачу, второй набор наших скриптов, чтобы получить уже результирующий топ-10. Что здесь происходит отдельно интересного? Мы здесь задаем также название name, которое в UI увидим. Важный момент, что мы указываем один редюсер, потому что, условно говоря, мы теперь должны получить как бы глобальный топ-10 по всем словам. Вот, если у нас будет редюсер больше, чем один, то, условно говоря, опять же, будет сортировка по ключам в отдельности на каждый редюсер, и мы общий топ не увидим. А когда у нас будет единственная точка сборки этих данных, то, по сути дела, шаффл до редюсера произведет глобальную сортировку и передаст нам ключи ровно в том формате, чтобы мы могли отделить первые 10, и это будет наш топ. Вот, собственно говоря, под разные задачи, под разные агрегации, которые нам нужно выполнить, мы можем манипулировать количеством редюсеров, чтобы у нас все было круто и удобно. Вот, и далее, так как у нас там была сложная сортировка, мы здесь подключаем дополнительные параметры, у которых очень сложное название, типа MapReduceJot Output Key Comparator Class, и мы ему говорим, что мы производим, так сказать, сортировку по какой-то колонке. Вот здесь вот в параметрах или partition Key Field Based Comparator. Но фишка в том, что, условно говоря, как бы для шафла MapReduce определяет ключ, это вот, так сказать, ровно какой-то первый набор данных до первого разделителя. Вот все, что до первого разделителя было встречено, это значение, по которому он выделяет хэш и определяет, как его сортировать и на какой редюсер выкидывать. Вот, поэтому дальше мы ему помогаем. Мы говорим, что кей-компаратор, короче, у нас на самом деле, ну, мы какой-то такой же внутренней сортировке передаем тот же параметр подсказок, что мы сначала сортируем по второй колонке, воспринимаем как число по убыванию, а потом по словам. И говорим ей, что вот это для этой сортировки поле разделитель, оно плюс. Вот, собственно говоря, немножко сортировка у нас усложняется таким набором параметров, но зато она отработает так, как мы ожидаем. Немного усложненным способом. Также мы передаем новый скрипт, вызываем MapReducer, input-output, и снова удаляем папку с output, потому что если она у нас уже существует, то она не отработает. Вот, супер, побежала. Обновляем UI-ку. Вот, пожалуйста, наша топ-10. Что-то бежит, что-то accepted. Можем провалиться сюда. Вот обрабатывается ID-шник джабы, ее статус. Тоже можно посмотреть, что происходит.
собственно, статус того, сколько там мапперов, что бежит, как делается, и так как редюсер один, то, понятное дело, он будет ожидать обработку всех мапперов. Ну, потому что вот у нас такая задача, что она как бы корректно работает только когда мы сведемся в один поток отсортированных данных. То есть на каком-то уровне задачу можно объяснить так, что вы, вот именно разработчик, он придумывает, как из условий каких-то агрегационных трансформаций, ему нужен определенный результат конечного вида, его задача придумать, как это разбить на составляющие, там, на map reduce составляющую общую задачу, чтобы получилась нужная агрегация. Вот оно отбежало. В принципе, на самом деле, если в UI смотреть не хочется, можно наблюдать сюда, оно пишет в процентном соотношении. Что как запускается? Здесь есть странный момент того, что на самом деле Redis как будто стартует чем раньше, чем закончится map, но там все зависит от того, что как бы вот сама эта система движковая, ну, сам движок, что он понимает под стартом Redis. Он там какие-то предварительные запуски делает, это тоже какая-то часть работы процесса, поэтому дашборд выглядит немножко странно. Вот, оно сказало, что завершилось, потом здесь какая-то статистика показывается, всякие нужные циферки, вот результат и там за сколько времени он собрался. Теперь посмотрим в HDFS, увидим, что да, файлик в количестве одна штука, вызовем его. Собственно говоря, у нас, да, получилось топ-10. Получилось, ну да, получилось топ-10, потому что мы на редюсере ровно отрезали, так сказать, наш набор данных и все. А, давайте, да, к этому скрипту вернемся. Там нужно проговорить. Да, вот там есть такой момент, что мы, получается, по сути дела, да, мы забираем только первые 10 значений, а дальше мы перестаем работать с нашим потоком данных. Но мы используем некоторую штуку Rewind Stream вот здесь. То есть, по сути дела, мы делаем некоторое пустое дочитывание входного потока. То есть мы на него дальше смотрим, но ничего с ним не делаем. И вот ровно такое добавление команды, которая просто поток прохавала и ничего с ним не делала, оно как раз у нас нивелирует ошибку Broken Pipe, которая вылезала выше. Вот, собственно говоря, поэтому ее не случилось. Но как бы, если бы такая ошибка случилась вот здесь, в задаче MapReduce движка, то оно бы упало с ошибкой, и это было бы не очень. Там бы трейсбеки полезли, и что-то там такое произошло. Вот, поэтому эту доработку здесь нужно было сделать. Получили результирующий файл. В глобально на все 13 файлов статистика не сильно поменялась, также составляющие ссылок на твиты. Ну, типа окей. Вот, перейдем дальше немного к усложненной задаче. То есть, допустим, мы теперь хотим выделить тоже топ-10 слов по этому корпусу, но при этом используя некоторый список стоп-слов, то есть слова, которые мы не хотим учитывать в наших статистиках, и значит в нашем топ-10 они не должны появиться. Вот, поэтому мы тот результат, который получили, просто перекладываем в какой-то stop-words файлик, который сможем использовать дальше. И вот здесь основной момент в том, что мы вот здесь выше параметре files указывали как раз файлы, которые нам нужны для отработки нашего процесса. И чтобы добавить некоторый дополнительный файл, который мы собрали со стоп-словами, чтобы мы могли им пользоваться, то именно в запуске MapReduce задачи нам просто нужно будет через запятую его указать. Вот, собственно говоря, это будет сейчас в примере ниже. То есть мы с использованием нашего набора стоп-слов доработаем скрипт в том плане, что... так, сейчас ген используется. Здесь нет. А, окей, все, я понял. Мы его только на второй составляющей таски хотим добавить. Хорошо. Вот наша, так сказать, первая, короче, часть MapReduce задачи. Мы в ней что поменяем. Маппер останется тем же самым. И единственное, что мы сделаем здесь на редюсере, мы используем groupby из итертусов. Собственно говоря, это конструктор. Ну, такой как итератор, который поможет нам просто сгруппировать вот эти наши входящие данные по ключу. То есть там нам не нужно будет этот defaults делать с проверкой изменение слова, а по сути дела эта штука под корпусом, под своим капотом, она сама все это сделает. Мы из нее просто потом вот эти вот значения по ключам вытащим, просуммируем и получим какой-то результат. Вот, здесь тоже main вызов ничем не поменяется. А во втором скрипте мы как раз начинаем обращаться к тому файлику, который мы дополнительно хотим прокинуть. Здесь мы просто его делаем некоторую предобработку, то есть там отдельная функция, где мы его открыли, из него слова достали, посплитили их, получили список слов. Вот. Собственно говоря, собрав их в этот list comprehension. И, как ни странно, как бы сам по себе маппер тоже не меняется, вот этот вот собранный кастомный ключ, погнали с ним дальше работать, и именно вот этот наш stop words, он подключается на редюсере. Вот здесь мы его инициализировали. И дальше мы оставляем в топ-10 только то, что не входит в этот список стоп-слов. Вот, собственно говоря, не сильно как-то меняя и оптимизируя нашу агрегацию, просто добавив это в самом конце,
мы получим как раз результат, что все эти слова будут отфильтрованы. Да, вот наши используемые стоп-слова. Как будет выглядеть код консольного вызова MapReduce задачи теперь? Снова удаление папки, снова задание какого-то нейма. Reduce снова будет количество одной штуки, потому что нам нужна общая глобальная сортировка. Вот здесь все, в принципе, не меняется. Единственное, что мы, да, вот файл теперь добавляем буквально файлик. То есть, условно говоря, этот параметр отвечает за то, что он возьмет файл локально и раскидает на все исполняемые машины, где эти файлы будут нужны. И значит, stopwords.txt, он разлетится на каждую из дата-нод, и там можно будет к нему обратиться. Там без каких-то дополнительных заморочек с путями, просто он будет лежать рядом со скриптом. И все это будет работать. Вот, собственно говоря, здесь тоже в нашем MapReduce вызовах ничего не меняется. Здесь мы уже используем как бы result той предобработки, ну, которая уже была. То есть, когда мы ужали слова до их каунтов. Вот это мы получили. Снова бегут логи. Вот здесь мы получили какой-то определенный application ID, который можно увидеть вот здесь. Да, вот он, топ-10 stop-words. И бежит, что-то делает. Позакрываем. Так, ну вот исполняется, в принципе. То есть тут основной point в том, что если вам дополнительно нужны какие-то файлы, то вы можете воспользоваться тем, что их можно раскидать на дата-ноды. Но тут важно, вот самый основной момент, чтобы у вас эти файлы были какого-то не сильно большого размера. Ну, то есть они там весят, скорее всего, в нашем случае, там около мегабайта. Но если вы попытаетесь раскидать на каждую дата-ноду файлы под гиг, если вам так получилось, что они нужны, то это будет нагрузка на сеть. То есть, условно говоря, у вас какое-то время уйдет на то, чтобы от MapReduce на дата-ноды улетело по гигабайту данных. Это хоть и идет там оптимизировано, в том плане, что MapReduce на одну ноду отослал, а одна какая-то дата-нода начинает на другие файлы скидывать. Скорее всего, так и будет. Но это тоже займет какое-то время, займет память. В общем, короче, нужно понимать, что этим можно пользоваться для файлов какого-то определенного небольшого размера. Там нет какой-то четкой цифры, просто нужно понимать, что это будет какая-то часть затраты времени на весь процесс. Вот. Пу-пу-пу-пу-пум. А, ну вот, все, оно обработалось, вызвалось, что-то сделалось. И давайте посмотрим. Да, топ поменялся, остался какой-то набор тоже достаточно известных слов, но здесь нету тех, составляющих ссылок на другие твиты, как минимум. В общем, отфильтровалось, результат мы получили. Вот. И, собственно говоря, дальше как бы тоже нужно сказать пару мыслей про то, что мы будем потенциально в тех мапперах-редюсерах, которые мы пишем, нам нужно стремиться как-то к ускорению обработки вот этих вот данных. То есть там, что мы там фильтруем, сплитуем, как-то их обрабатываем. Чем быстрее у нас, так сказать, будет работать маппер с данными, и, условно говоря, тем как-то сегрегирование и меньше данных отдавать на шаффл, тем меньше нужно будет данных сортировать. А сортировка – это всегда самый сложный процесс, поэтому нас к нему особо не подпускают, только мы какими-то ключами можем пользоваться, чтобы с ним взаимодействовать, потому что если там что-то сделать не так, то вообще все не будет работать. Вот, и поэтому перед нами стоит какая-то задача написать более ускоренные там по времени или объему обработки данных мапперы-редюсера. Типа, как мы можем, что мы можем придумать для маппера? Ну давайте на уровне маппера мы снова будем заводить каунтер. Мы как-то слова обрабатываем. Вот у нас этот входной поток. Контент вытащили, через регулярку прогнали, слова повытаскивали, счетчики накинули. Вот мы, условно говоря, со входным потоком так обработали, каунтер заполнили, а потом погнали из каунтера в аут выписывать то, что у нас получилось. То есть как будто на уровне маппера мы уже то, что сможем, в рамках одного блока сожмем и получим такой прикольный результат. Вот, а в редюсере ничего не поменяется, он также данный вход просто эти данные принял и условно говоря, эти ключи после сортировок тоже пересобрал, просуммировал, то есть здесь будет сумма этих величин, и поэтому, если у нас будут не единички, а другие значения, оно не поломается. И все будет круто работать. Вот, так видоизменим наш скрипт, давайте его запустим. Так. Ага, папочка удалилась, все, погнал. Вот, и, собственно говоря, верхнеуровнево кажется, что мы как будто на маппере это какую-то дополнительную агрегацию сделали, значит, действительно, на шаффл придет меньше входных ключей, меньше считать хэшей, сортировать, и все круто. Но как бы тут основная проблема, которую нужно подсветить и про которую нужно проговорить, нам нужно всегда стремиться писать мапперы и редюсеры так, чтобы они работали за O от единицы по памяти. А сейчас мы, по сути дела, как раз маппер реализовали, который будет работать за O от N. Вот. Почему это важно? Потому что, условно говоря,
когда мы создаем какой-то процесс маппера, который будет работать за OAuth, что будет происходить? На каждый блок вызовется маппер, и вы, по сути дела, хоть и распределенно, но все равно попытаетесь весь объем данных проинициализировать в память, которой будете производить обработку. То есть, так или иначе, у вас получится в оперативку выгрузка всего файла, хоть и на разных машинах. То есть, условно говоря, большой файл на разных машинах лежит, но вы все равно сводитесь к тому, что этот вызов производите. И, по сути дела, нагружается наша система. То есть, где-то предобработка будет выполнена быстрее, там на сортировке какой-нибудь, но рисково использовать память, потому что если у вас на кластере будет бежать много аппликейшенов, каких-то процессов, то они в какой-то момент в единичной точке времени отожрут столько памяти, что просто, ну, всю ее нагрузят, и оно все как-то умрет, потому что не будет памяти на обработку, еще какого-нибудь дополнительных ресурсов, и это очень плохо. То есть всегда нужно стремиться к тому, чтобы использовалось от единицы памяти. Или вы умели четко объяснять, что вот здесь такой контейнер, который будет константного объема. Ну, то есть имеется в виду, что если у вас будет каунтер, в котором будут ключи от 1 до 10, и только они, и вы в них будете что-то накидывать, то тогда, да, использовать это разумно, вы как бы себе подтверждаете, что у вас этот процесс, он памяти константно выжрет, и все будет хорошо. Вот, поэтому то, что мы, в принципе, намутили, оно работает, но оно плохо в масштабируемости. Когда мы в 1000, в 100 раз таких процессов нагенерим, все будет очень плохо. Ну и результат оно тоже какой-то выдаст. Вот, поэтому, условно говоря, парадигма, она предлагает вот это некоторые оптимизации, просто они вызываются и используются по-другому. Допустим, дальше мы можем рассмотреть некоторый комбайнер. Это, так сказать, инструмент, который находится между сортировкой и маппером. И, собственно говоря, что он делает? Вот здесь как бы визуально на этом примере можно обратить внимание, что вот у нас, по сути дела, маппер собрал некоторый набор ключей и значений. Вот, и мы можем использовать комбайнер как промежуточный результат, который что может делать? Может взять локально, посортить именно вот этот бакет, то есть, условно говоря, не весь объем данных, а какой-то его кусочек, который посортить, в принципе, несложно. Вот, и, условно говоря, как раз произвести это некоторое сжатие ключей на уровне одного бакета. Вот, в принципе, опять же, мы производим задачу word count, где достаем какой-то топ, и у нас, условно говоря, вот эта операция подсчета, она достаточно ассоциативна. То есть мы можем сначала подсчитать какой-то кусочек, и потом эти кусочки тоже поскладывать через сумму и получить нужный результат. Вот, и как бы такой промежуточный стейдж в каких-то ассоциативных операциях агрегаций, он может спокойно встать. Понятное дело, что если мы хотим подсчитать среднее, то мы не можем себе позволить по каждому батчу подсчитать среднее, а потом что-то придумать. То есть, условно говоря, среднее это у нас будет, так сказать, содержать в себе две статистики, по которым нужно потом будет произвести результат. Это сумма нашего бакета и количество элементов. Вот, и тогда можно что-то такое придумать. Но у комбайнера, помимо того, что вот он может такую операцию проводить, у него есть очень важное условие, что сейчас, про которое мы здесь ниже поговорим. Вот, да, часто комбайнер может просто совпадать с редюсером. Ну, он чем-то похож, потому что у нас тоже, так сказать, производит некоторое сжатие ключей, хоть и в рамках одного бакета. Вот, но самое важное, что мы должны требовать от комбайнера, что, условно говоря, в каком формате данные выходили из маппера, в таком они должны выходить из комбайнера. То есть у нас была пара ключ значения, хоть оно здесь и было в виде константа, здесь мы его как раз сужали до каких-то чисел. И при этом ключ значения осталось. Вот, потому что, условно говоря, прикол в том, что MapReduce таска вот эта, она может посчитать ненужным включать комбайнер и не будет это делать. Если у вас как-то данные видоизменяются, попадают на шафл, потом идут редюсер, то вы просто редюсер скормите не то, что он ожидает, и он либо упадет с ошибкой, либо обработает не так, как нужно, и может что-то неприятное случиться. Поэтому вот как бы основное ограничение использовать комбайнер, оно вот такое. Но, в принципе, как бы в нашем примере, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Мы сначала также проведем stage по word count, вызовем три редюсера, нам нужен только скрипт, вызываем MapReduce, и как комбайнер, здесь мы указываем как параметр, мы, в принципе, вызываем ту же самую reduce таску, потому что, да, нам нужно будет произвести сжатие сортированных ключей. Вот наша input папка и выходная. Собственно говоря, да, этот скрипт от всех предыдущих по word count отличается только тем, что опа, упал с ошибочкой, что говорит? Вертком 2. Угу.
PyrotCon должен тут есть. А, супер, да. Я просто не прошел где-то его инициализацию. Все, окей, все хорошо. Да, все, супер, он его вызвал. Вот. По идее, мы сейчас должны будем как раз визуально тоже этот вызов комбайнеров увидеть. Давайте посмотрим. А, ну, бум, да, судя по тому, что мы видим, он их даже не стал вызывать. Сейчас, а будет ли это понятно вот здесь по логу? Ну, как будто, короче, да, в общем, получилась ситуация, про которую я говорил. Мы вроде бы комбайнер прописали, но что-то движок решил, что он умнее справится и без них. Ну, окей. Ну, в общем, как бы мысль такая здесь, что если бы комбайнер действительно вызвался, то мы бы его, ох, все развалилось. То мы бы его здесь как составляющую этой задачи вполне себе увидели. Вот, но его тут нет. Окей. Ладно. Но, как бы, нужно проговорить, что, да, такая штука есть, она тоже может оптимизировать наши процессы, потому что сортировка, как бы, если мы можем себе позволить какую-то локальную агрегацию в рамках одного бакета, которая не повлияет на итоговый результат, в силу ассоциативности, опять же, операций, то ок, круто. Вот, так, теперь мы соберем скрипт для второй нашей части, тоже со стоп-словами. И здесь у нас будет тоже маппер, тоже редюсер, и мы явно пропишем какой-то комбайнер, который, в принципе, по исполнению также будет похож на редюсер, но просто у него не будет... А, ну да, он, в принципе... Короче, он по наполнению точно такой же, но просто мы его создадим как явно отдельную функцию. Вот, здесь зачем-то используется... Ну ладно, здесь просто naming word count накинут. Здесь мы также рассказываем нашему процессу шафла, что здесь достаточно будет сложный ключ, который он таким остался. Ну, в том плане, что там сепаратор плюсу используем как бы в этой же, в общей колонке. Сначала составляющую как число, по которому сортируемся, а потом по слову. Вызываем маппер, комбайнер, редюсер и погнали. Так, сейчас процесс стартанет. Вот, бежит. Так, ну окей, здесь тоже что-то почему-то кажется, что решил не вызываться. Ну, ладно. Видимо. Нет, здесь тоже про ничего не написано. Ну, окей, нет, так нет. Ну, в общем, короче, есть возможность использования такой штуки. Просто что-то она как-то не очень хочется на наши задачи вызываться. Ну, потому что она в целом достаточно простая на агрегацию. И как бы вот так. Ну, результат, да, мы получили тот же самый. Вот. И дальше, наверное, хотелось бы тоже еще упомянуть про дополнительные, более сложные возможности того, как мы можем повлиять на сортировку. Вот, потому что это нужно делать. Вот, допустим, тоже какой-то пример. Здесь предлагается уже немного другая задача, что, условно говоря, да, вот пример такой задачи, что мы хотим для каждого пользователя почитать, на каких языках он писал твиты и в каком количестве. То есть, используя тот же самый корпус данных, ну, который мы юзали до этого, просто теперь нам другие колонки будут нужны. Вот, и здесь как бы возникает такой момент, что нам нужно почитать, в принципе, у нас как бы результат будет, это некоторая пара ключей юзер язык, ну, там, в связке со страной, это, в принципе, то же самое в нашем случае, и будет какой-то аккаунт подсчитанный. Вот, но мы при этом хотели бы получить результат, что у нас как бы все данные по конкретному юзеру будут выведены рядом. То есть, условно говоря, мы получаем полный список,
где идет один юзер и все языки, на которых он писал твиты. Вот, то есть, условно говоря, такой момент возникает, что если мы будем также писать какой-то сложный ключ, ну, то есть первая мысль приходит в голову на основе имеющихся данных. Мы берем колонку с юзером, его никнейм, колонку с языком, их вместе сшили, и потом подсказываем там в сортировке, как по этому ключу отсортировать. Вот. Но при этом что получится? Что у нас получится, что для одного и того же юзера в связке с языком посчитается хэш, и эти данные могут разлететься на разные ноды. Вполне себе спокойные. Как раз получится ситуация, что данные одного юзера, они будут распределены между тремя, ну, между всеми нашими нодами. И мы не сможем получить вот результат такого вида, что мы хотели бы вывести все данные по одному юзеру рядом, чтобы они шли подряд. Вот, и тогда мы можем просто на самом деле повлиять на сортировку шафла и сказать, смотри, вот у тебя сложный ключ, но как бы между нодами нужно вот как бы брать хэш от этой составляющей и вот так их раскидывать. И тогда нам это поможет. Собственно говоря, вот как бы с этим связаны параметры партишенера. Здесь мы снова перепишем немного питоновский скрипт, который мы бы хотели использовать. Ну, потому что нам нужны другие колонки теперь. А как бы мы там были завязаны все, во всех предыдущих когда-то колонку контент. Поэтому берем автора, запись, снова юзаем group by, ставим между ними, ну, вернее, на маппере. Между входящими данными, это первая, четвертая колонка по индексам, вставим этот кастомный плюс, получаем какую-то кастомную строчку из редуюсера, обрабатываем ее, и там через group by и сумму группируем, и получим нужный нам счетчик. Вот, и как бы дальше вся магия заключается в том, что мы просто какие-то дополнительные параметры пропишем вызов нашей консольной функции. Вот, есть у нас в MapReady, именно что в MapReady, не в MapReduce, некоторый partitioner класс, в котором мы говорим, что вот мы будем производить партиционирование вот этой колонки, да, по какому-то k-failed-based partition. То есть, вот так сказать, тут проблема в том, что да, вот как бы вот эти поля, которые нужно использовать, они как-то вот в этой вложенной структуре обладают внутри этих конфигов, и достаточно сложно эти параметры пишутся, но, в принципе, зная их определенный пул, ну, там, из доки, допустим, вытаскивая, в принципе, как бы никаких проблем в их пользовании не возникает. Вот, а дальше мы как бы берем, да, MapReduce Partition, K-Partitioner Options, и говорим, что как раз партиционирование и раскидывание на ноды нужно будет производить по хэшу от этой составляющей, от первой части колонки, то есть по автору. Это значит, что все данные в рамках одного автора улетят на нужную ноду, и плюс там еще внутри отсортируются, ну, как бы, после того, когда улетят на определенный воркер, там отсортируются еще и по второй составляющей колонки, чтобы мы могли сгруппировать именно корректно эти пары. Собственно говоря, вот, да, эти параметры мы здесь про них сказали, мы их явно начинаем прописывать. Вот снова название нашей джабы, три редюсера. Собственно говоря, те же самые помощники для сортировки, k-fail-based компаратор, k1, k2. Используем плюс. Здесь как бы у нас чисел нет, поэтому просто нам нужно указать конкретные колонки. Дальше говорим, что вот нам нужно вызвать этот партишенер и помочь ему указать, по какой колонке нам нужно раскидывать между нодами. Файлик нам нужен один, потом mapper reducer, они будут вызываться как питоновские скрипты с какими-то аргументами из командной строки, и вот папки, которые у нас будут использоваться как входные данные. То есть входные данные все те же самые даты, а как результат он будет складываться в какую-то папку landist, которую мы предварительно дропнем. А, кажется, потому что я, да, снова не вызвал. Да, супер, побежала. Снова можем посмотреть вот сюда. Здесь мы придем дефолт. Пу-пу-пум. Вот она. Да, аппликуха. Да. Ну, собственно говоря, вот тоже также наблюдаем какую-то UI по того, как избегает таска. Какие-то мапперы-редюсеры, сколько их и как они бегут. Вот, ну то есть тут как бы визуально нам ничего особо не подсказывает, что мы там как-то с партишенером заморочились. Вот, тут такой момент. То есть тут как бы нам просто какой-то ссылки application передаются, за своим процессом мы наблюдать можем. И, в принципе, что там происходит внутри, можно попытаться наблюдать по вот логам, которые у нас есть. Так, это просто статус ноды. Это просто какие-то цифры. Ну, окей. А, ну, собственно говоря, да, вот есть лог, в который можно провалиться, но он как бы такой, тут прям все какие-то консольные штуки будут писаться, можно провалиться в какие-то определенные
системлоги, ну, то есть вот так это все будет выглядеть от этого процесса. Вот, и, в принципе, сюда особо лезть не стоит, потому что если что-то случилось, там мы дальше посмотрим, по каким-то логам ошибок их можно будет достать проще. Вот, в принципе, тоже наша таска отбежала, отписала статус, все дела, отработала. И да, результат лег сюда. Ну и, собственно говоря, вот мы как бы смотрим на результат, видим замечательные никнеймы каких-то юзеров и языки, на котором они писали твиты. Вот, как-то так. Ну, то есть, понятно, да, снова у нас там прервался вывод кэта из-за хеда, но, собственно говоря, какой-то результат мы получили. Вот у кого-то даже интересным способом указан язык, что это тагалог и в скобочках Филиппины. Ну, будем знать. Вот, собственно говоря, задачу мы нашу решили, как мы и хотели, и получили вот такой вывод. В принципе, визуально, посмотреть, что действительно что-то отличается, мы можем следующим способом. Мы сейчас эти два параметра откинем. И посмотрим просто в аутпуте в соседнем окошечке на результат, который выдаст нам сейчас без использования тех ключей. Бежит. Все, отбежал. Сейчас. Ну, собственно, да. То есть, пу-пу-пум. Видно, что у нас вывод немного поменялся. И видно, что, да, у каких-то юзеров как бы все языки расположены рядом. А у каких-то вот тот же. Ну, вот, да, иди, Николь, мы его видим там и там, и там. Вот, если мы по нему отсмотрим, да, Албания, ну, там и там, и один. Но при этом, так сказать, хэш по другим его языкам, он улетел в другие ноды, а значит, и в другие конечные файлы. То есть, собственно говоря, вот этим отличается вывод. Сюда посмотреть более информативно. Это, в принципе, условно говоря, тут такой момент. Как результат агрегации, это собрано правильно. То есть, по паре юзер-язык мы получили те же самые каунты, просто визуально они у нас расположены, раскидались по файлам. И теперь нам нужно дополнительную операцию их сортировки произвести. В принципе, это тоже можно сделать. Еще построить скрипт для следующей MapReduce задачи, которая нам все отсортирует. Но удобнее в нашем случае повлиять на Partitioner через определенные ключи. Ой, прошу прощения. Боюсь, что чихну. Ну, собственно говоря, какие-то определенные моменты того, как мы с MapReduce задачей взаимодействуем, да, то есть это какой-то такой консольный скрипт с какими-то доп-параметрами, чтобы сортировки там работали, какие-то фильтрации, написанные нами питоновские скрипты. И как бы тут такой момент возникает по поводу того, а как проверять, что питомовские скрипты у нас написаны правильно. И в целом, что вообще делать, когда случается какая-то ошибка. А ошибки в запуске этих скриптов под следующую домашку с большой вероятностью будут. Поэтому давайте рассмотрим следующий пример. Вот здесь мы тоже какой-то набор мапперов-редюсеров сформировали. Запускаем нашу MapReduce задачу. Вот, в принципе, оно что-то как-то инициализируется, тоже дает джабу. Нам какие-то ссылки на ID-шник application, и погнали. Вот, но здесь можно заметить, что когда пошел некоторый дашборд статусов, то тут полетели ошибки. Сначала мы видим замечательный Java-код того, что происходит, вот эти трейсбеки. Это все мы среди Java. Вот, их много. Они, ну, просто они как бы возникают на каждой ноде, скорее всего. И поэтому каждая нода на какое-то количество раз ретрается, отдает статус вот этот информационный на MapReduce, и он нам сюда в out пишет, что происходит. Видим, что фейлится, 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 пока все Java код. Ох, как его много. Ну, короче, оно очень старается, оно думает, что... Ну, как в третьем Far Cry. Условно говоря, операция, повторенная очень много раз, в расчете на то, что будет другой исход. Но, к сожалению, если проблема в коде, то результат будет все время один и тот же. То есть, что может быть? Может быть, что-то не так с входным потоком данных. И бывают такие кейсы, что, условно говоря, спустя какое-то время ретраев процесс отработал корректно,
потому что неправильные данные, они просто через поток пролетели. Или, может быть, что-то с ресурсами случилось, то есть где-то просел процесс по памяти, он упал, но когда он перезапускается, ему дали ресурсов, теперь нормально, он отработал, и все случилось успешно. Поэтому, так сказать, ретрай, вот эти попытки все-таки запустить успешно тот набор данных, который мы передали, он для этого здесь и заведен. Но у нас-то проблема в коде. Вот там вот что-то падает со статусом failed, вся фигня, ничего не отработало. Вот. Streaming comment. Собственно говоря, если мы зайдем сюда в UI, то мы увидим, что да, оно зафиналилось тоже с failed статусом. Так, сейчас. И что здесь предлагается? Условно говоря, в принципе, уже находясь в ноутбуке, можно как-то понять, что случилось. Вернемся чуть выше. У нас есть ID-шник нашего запуска процесса. Это вот application и какие-то номера. Мы его можем поставить в такую команду. Обращаемся к YARN, вытаскиваем лог по application ID. Это буквально error вывод в каком-то лог-файле. И даже если мы его head какой-то выведем, то мы здесь, ну, так как у нас питомовский код исполняется, какие-то трейсбеки, они будут из питомовского кода. Собственно говоря, здесь это и происходит. Вот most recent call и говорит, что мы делаем. А мы взяли и поделили на ноль, потому что мы так написали. Ну, то есть, вот какая-то ошибка, и здесь как бы, да, вижу спокойный exception, zero division, и такие, а, окей. И это случилось на 3/4 строке. А если мы еще и сделаем... Да, вот все. Собственно говоря, вот он нам говорит, что это случилось. А, ну да, на вызове команды. Сейчас. А, ну вот. Mistake pipeline. Ну да, вот, собственно говоря, где-то здесь это и произошло. Ну, потому что этих строчек у нас нет. И на 21 строке это и случилось. То есть вот здесь попытки поделить на 0. Ну окей, все это мы обнаружили. И идем дальше это фиксить. Только лишь благодаря тому, что как бы по нашему application, который мы забрали из этого вывода процесса, мы по нему лог-файл посмотрели, и все круто. В принципе, это же можно и посмотреть через UI при большом желании, что мы здесь проваливаемся в history. Вот мы тут, тут что-то происходило, смотрим на лог-файл. И здесь должен быть где-то определенный error. Сейчас посмотрим. Так, это контейнер. Launch year out. Year. Блин, если будет, что я сейчас зайду в full log. Нет, это крипово. В общем, где-то здесь. А, ну вот, со статусом killed. Ага, все, там вот. В рамках каждой попытки. Что могло случиться? Нода. Да, вот условно говоря, здесь немножко, если еще раз более подробно просматривать, я увидел, что какие-то мапперы, они закилялись, вот здесь были убиты. Ну хотя ладно, можно даже вот фейлдовый зайти, да. Вот статус failed. Мы провели список мапперов, которые у нас вызывались. Здесь есть тоже вкладочка с логом. И вот здесь уже, наверное, можно более информативно, что увидеть случилось. Тут какие-то определенные ER-файлы, вот он нам из какого-то выводит traceback Python, тоже замен. Но, в принципе, вот так через ноутбук достаточно просто обращаться. И он как бы его выводит, ну да, по сути дела, с каждой ноды. Все, это мы увидели. Вот, также через YARN можно при определенной команде посмотреть, условно говоря, список, как это, так сказать, процессов, которые у нас сейчас успешно бегут. Сейчас этот пример можно просимулировать. Мы здесь терминалку откроем. Напишем сюда эту команду и еще раз запустим нашу тасточку. Все, супер, побежало. Теперь вызываем вызов этой команды. И да, вот он нам пишет, что вот есть какой-то список. Ну, тут немножко поломанный, конечно, вывод колонок. Видимо, есть какой-то ID-шник application, наше название. MapReduce, Ubuntu, www. Ну, по сути дела, вот это, короче, вся строчка. Это разговор о том, что, короче, ее можно увидеть, вывести через консоль тоже в какой-то аут-файл, попарсить и дальше с этим что-то делать, если это нужно. Вот так визуально тоже на это можно смотреть. И что самое главное, если у вас, условно говоря, произошел запуск какой-то таски, которая может бежать долго, или она уже, к сожалению, бежит долго, и вы хотите что-то с ней сделать, ну, то есть буквально ее убить, то вы поступаете следующим образом. Вы вызываете
Yarn Application Queue. Буквально отсюда мы забираем, как она выглядит. Ну, то есть, условно говоря, поставив ID-шник в queue, ну, она уже завершилась, но вот этой командой Yarn Application Queue и ID-шником нашего процесса я бы ее, в принципе, убил из консоли и, так сказать, все, таска, у которой я понимаю, что у нее не будет успешного завершения, она просто отмрет, и все будет нормально. Вот, дальше снова мы упомянем про то, что в рамках следующих домашек, когда вы будете работать со всякими файлами, какие-то промежуточные результаты и конечные файлы, как вы делали с конечным файлом в первой домашке, вы можете складывать прямо из HDFS в наш замечательный бакет. Собственно говоря, вот команда у меня уже собрана, HDFS copy буквально. И сначала как бы путь до файла, который лежит на хранилище нашего кластера. И потом я как бы пользуюсь API для S3 и говорю, вот, положи, пожалуйста, в этот бакет. Ну, такой файлик там у меня уже есть. Давайте вот так. Вот оно подключилось, что-то запустилось и завершилось. Теперь я просто в своем интерфейсе провалюсь в Object Storage. И вот он файлик. Ну вот, да, это означает, это я скину, когда тестился. У меня остался еще какой-то файлик с предыдущего семинара, как ни странно. Какой следующий доза вообще? Ну, по идее, когда закончится первое воскресенье завтра, в понедельник мы выдадим вторую маленькую домашку. Ну, И в посмотрим. ближайшее время мы выдадим большую домашку, которая будет до конца модуля. Не знаю, как это правильно назвать. Короче, до конца марта. Там как бы до Посмотрим, сессии. просто вот интересно. Или это спойлеры, которые мы не должны знать? Да нет, почему сейчас хотел показать. Но у нас есть черновик того, что мы хотим сделать. Просто проблема большой домашки в том, что мы про какие-то ее составляющие уже рассказали, про какие-то нет, но поэтому мы ее выдаем так заранее, чтобы у нее был большой временной промежуток возможностей, чтобы мы что-то поделали. Сейчас давайте тут закончим. Бакет посмотрели, все окей. То есть с тем, как запускать MapReduce таски, понятно. Вот. И как бы самый основной момент еще по MapReduce задачам. У вас есть возможность, грубо говоря, те скрипты на питоне, которые вы для MapReduce пишете, тестить через башевые команды на локальной тачке. То есть вы просто берете из всего входного потока данных, допустим, который у вас в HDFS лежит, какой-то кусочек файла отрезали, ну или буквально там, опять же, та же команда, да, cat файл на HDFS, head от него, вот ваш маленький тестовый входной поток данных. Потом вызываете маппер-редюсеры ваших питоновских тасков и проверяете, что как бы они успешно отрабатывают на каком-то маленьком объеме входных данных. Это позволяет дебажить какие-то неправильные попытки поток входной считать, что-то в принты выписать, вот. И собственно говоря, отдебажились и дальше погнали на всем объеме данных, на честном запуске таски, получать какой-то результат. А можно по спаркам пользоваться его, чтобы через консольку все делать? Нет, ну, на следующей домашке мы просим, чтобы вы через MapReduce все честно писали, запускали, а Spark будет потом. Там про это будет написано. Ну, как бы, да, какое-то количество домашек придумать нужно, а рассказывать сразу, ну, то есть, условно говоря, это какая-то некоторая историческая особенность, потому что на MapReduce сейчас никто ничего не пишет, но Ну вот так. Я чтобы просто понять более спрашиваю. сложную технологию, мы разбираемся, как работает более простая. Вот. Честно, Потому конечно, что, проще. когда мы начнем говорить про Spark, мы скажем, вот его плюсы от MapReduce вот такие, там, 3 пункта, 4, и хоп, все. Как бы уже можно верхний уровень констатировать, как вы заметили, из-за того, что у нас маппер и редюсеры, они работают за O от единицы по памяти, то они в целом практически не используют оперативу. То есть у них каждую точку времени очень ограниченный, маленький объем данных лежит в оперативе, вот буквально строчка, которую они обработали и погнали дальше. Вот, и как бы тут ему нужно констатировать, что MapReduce в целом он оперативой практически не пользуется. Но он может нагрузить очень сильно дисковые объемы, если вы попытаетесь какие-то файлы жестко там считывать в какой-то O от N памяти. Ну, то есть вы можете попытаться оперативно нагрузить, но это как раз та проблема, которая может выстрелить. Вот, тут еще kind reminder про то, что кластеры нужно выключать. Собственно говоря, да. Делается это, ну, еще раз просто покажем, чтобы это все было на записи и все такое. Вот я в вебуху зашел и останавливаю. Правда, если я прямо сейчас остановлю, у меня еще Юпитер ноутбуки и все остальное заглохнет, поэтому я делать не буду так, но вот так это делается. Вот, а прокси-машину, да, можно не менять, чтобы у нее не менялась опиха. В принципе, все так и работает. Вот, как раз уложились ровненько в 4 часа. Сейчас давайте что-нибудь посмотрим. Ну, какой-то драфт большой домашки у нас есть, который мы от года к году пытаемся менять. Она действительно называется большой.
И основной момент, что у нее, короче, человека-часы, которые вы затрачиваете, они будут сильно больше, потому что тут как бы входной объем данных действительно большой. Его нужно будет выкачать, на HDFS положить, что-то с ним поделать, потом еще всякие модельки применить. Здесь конкретно что предлагается, что вы, да, там, с Kaggle Competition снова через CLI желательно забираете какие-то файлы, грузите их в HDFS, и, условно говоря, там перед вами стоит некоторая задача машинного обучения на больших данных. Если так верхнего констатировать. Вот. Тут такой момент, что мы, короче, мы как бы, как получение результата, будем пользоваться компетишеном, который уже закрыт, но все еще приватный кусок данных лежит там. И чтобы, как на других легендарных домашках по другим предметам, не происходил лик, когда, ну, есть возможность, так сказать, немножко захакать получение хорошего скора, мы будем пользоваться тем, что происходит на компетишене, и просить от вас скрины плюс в лидерборде, если вы будете что-то сдавать, а для домашки надо будет сдавать. Ну, вас нам будет видно, и как бы мы все это сможем проверить, в принципе. Я извиняюсь, а нам модели не сойдет Лерна, типа Старча предполагается использовать или что? И ты чего? Нет. Вы будете использовать замечательные наработки инков под названием Vulpix. Ну, короче, условно говоря, есть модельки, которые умеют прикольно хавать большие данные. Ну, это буквально всякие там регрессионные модели с какими-то параметрами и прочим, и получать какой-то результат. То есть тут не нужно будет пользоваться торчом, тут просто нужно будет пользоваться некоторыми малоизвестными библиотеками, но которые на самом деле действительно в проде много где используются, потому что, блин, она обучается на большом входном потоке данных, там трейн, там может быть там до гигов, там до сотни и прочего, каких-то табличек буквально. Вот, где, ну, как бы на торче можно тоже что-то поделать, но как говорится, оно в каких-то случаях может продава плохо масштабироваться или еще там что-то работать, или в целом. Ну, всякие такие моменты, про которые там чуть позже, наверное, расскажут. Короче, домашка выглядит так, что вам нужно будет эти данные скачать, чуть с ними поработать, покрутить их так, чтобы моделька через определенный пайплайн, который мы вас попросим использовать для обучения, чтобы она давала какой-то хороший результат. Вот там наши халды для оценок есть. Я правильно понимаю, что вот мы саму модель писать не будем? Наша задача правильно выгрузить данные и подать их в модельку, и все. Ну, как-то еще данные предобработать, может быть, что-то из них придумать. То есть там вот будет, как это правильно, короче, я забыл это слово, когда мы с данными что-то делаем. Предобработка? Ну, наверное, да, пусть будет так. Короче, да, данные нужно будет как-то предобработать, причесать, обработать. Вот, и нужно будет просто через определенную библиотеку зафайтюнить модель. То есть, как бы модель будет такая, как библиотека, и к ней нужно будет попытаться понять, какие параметры подобрать, чтобы хороший результат получить. Тут даже есть какие-то подсказки из ноутбуков, что где можно посмотреть. Блин, самое главное, чтобы ссылки работали. Давайте проверим. Опа, ну все, ништяк, уже хорошо. Если бы компетишена не осталось, мало ли, было бы грустно. Ну, в общем, оно есть. Мы что-то как-то здесь доработаем. Может быть, какие-то дополнительные штуки придумываем. Вот, ну, 4 недели у нас плюс-минус только получается, но просто вы еще не все составляющие знаете, потому что через неделю мы покажем, как что на спарке делать, и тогда уже, в принципе, можно будет считать полноценным стартом. Вот, потому что, ну, там данные придется предобрабатывать прилично. Там будет какой-то мусор, с ним нужно будет разбираться, подумать, как из колоночки полезную фичу сделать. Ну, в общем, такие моменты. И как бы, Короче, да, тут... по-моему, по яру делать. Извините. Да, окей. В принципе, здесь, мне кажется, его, наверное, можно будет использовать. Как бы, да. Главное, чтобы, ну, там, условно говоря, текущих ресурсов на кластере у тебя хватило, потому что если ты будешь там себе слишком много дисков выделять, то ты просто остальных прижмешь, у вас кого-то закончится, мы это заметим, и такие, блин, что-то нехорошее происходит. Ну вот как-то так, короче, это выглядит. Чуть попозже мы ее официально выдадим. Вот, собственно говоря, так, вроде бы, пу-пу-пум, все, что хотел, показал, рассказал в рамках этого семинара. Сейчас. Так, отлично, демонстрацию я остановил и запись.